Всем привет, друзья, с вами GMD12, и мы сегодня посмотрим GMD13, самые новые или крутые обновления по Bandai Natural Run или Binner. Погнали. Слушайте, знаете, мне, по-моему, не идет эта кепка вообще. То есть, ну, смотрите, ну вот, смесью вот так вот, ну как-то я даже не знаю, ну будет смотреться или нет, напишите в комментариях. В этом видео я буду в ней сидеть, так как... Я уже, кстати, написал. Написали, да, давай снимайте ролики по Бенди с этой кепкой, то есть я могу... Я, кстати, тоже это писал. Могу и так, для какой-то вот всеобщей атмосферы. Думаю, что вам зайдет. Ну, короче, всем привет, с вами GMD, и добро пожаловать в Бенди и Кошмарный Побег. В связи с тем, что мне много людей стали оставлять там комментарии, сообщения, типа GMD, где видео по Бенди, по Биннеру, многие оставляют именно так. И в сегодняшнем видео я расскажу вам... завис. Обо всех новостях, обо всем, что накопилось за вот этот вот период, когда игра выйдет, и я вам кое-что еще покажу. Ну, короче, давайте начнем. О, новый интро установил. Кстати, я люблю эту музыку. А начнем мы с вопроса, который был задан в Твиттере. А когда выйдет Банди и Кошмарный Побег? Ведь уже вышла 4-я глава. На что Майк отвечает? У нас есть запланированные даты, но мы не опубликуем их, ведь на 1000% не уверены. А это значит, что игра все еще продолжает свою разработку, и авторы не могут дать точных дат. И вот в новом видео от Митли мы узнаем, что игра Бенди и Кошмарный Побег выйдет в самом начале августа. Ну, короче, вот, мы сейчас с вами запустили геймплей. Если что, это не мое, Бенди Пират. Вау. Открыть. Костюмы. О, есть! Алиса и Борис, вы это видели? Играть за Алису и Бориса? Клёво! Joe Drew Studio представляет. Кошмар. Вау. Смотри, мы сейчас играем за пирата. То есть там есть всякие типа скины, костюмы. Вот авторы, смотри, столько новых звуков. Вау, я буду ждать. А почему он отдаляется сразу? Новые атаки, как я вижу. Ничего себе, новые атаки. Что он делает издалека? О! Вы это видели? Вот это, по-моему. Вот это удар. Прямо в морду. Кстати, у него здесь новые уже атаки, они изменились. Кстати, заметил, что добавили кирпич. Вау. Разработчики, красавцы, браво. Но это еще не все. Чтобы вы не печалились, я солил вам старую версию игры Бенди и Кошмарного Побега, в котором было такси. Если захотите снимать прохождение, то попрошу оставлять ссылку в описании на мой канал. Удачной игры! На этом наше видео подошло к концу, надеюсь, оно вам понравилось. Вы поставите этому ролику лайк и давайте наберем на этом видео 3000 лайков. Если вы сможете это сделать, то вы большущие умнички. А также напишите в комментариях, что думаете вы. Я даже не знаю, ютуберы никогда, то есть я никогда не просил там столько-то лайков. Ну, я когда-то это делал редко, но вы либо этого не делали, либо никто ничего не собирал. Ну, короче, давайте вот проверим. То есть я вас сейчас вот всех вот попрошу, кто смотрит это видео, жмякнуть лайк. Вам легко... Мне уже, кстати... Приятно, как-то так. Рад был только что, сложно, что добавили скины. Да. Я так, кстати, и знал. Пока-пока-пока. Что мы можем подтвердить из этого видео? Можем понять, что... Типа, добавили скины, оружие, виды, новые предметы, локации. То есть, игра, как выглядит, выйдет в начале августа. Это примерно с 1 по 10. То есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8, или 9, или 10 августа. Мой факт выйдет где-то 5 августа. А что вы думаете, вы? Напишите в комментариях, какого именно числа выйдет эта игра. И не забудьте поставить, жмякнуть лайк и подписаться на мой канал, поставить колокольчик. Всем пока-пока. Ну вот и я, GMD12, или проще, как меня называют в ВК, Дмитрий Волков. Я решил слить вам ссылку. Вы найдете ссылку в описании на Bandai Natural Run. Эта ссылка будет длиться до тех пор, пока не выйдет полная версия этой игры. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь, если у кого-то добыта эта полная версия, то есть этой игры, скиньте мне ссылку. Ну, ссылку. Наверняка знают.
И скоро будут видео по привет соседу. Кто хочет видео по привет соседу, поставьте лайк, напишите комментарий. Хэшбэк «Я хочу видео от Jimmy12 по привет соседу». И впрочем, это мы все. Всем спасибо, поставьте лайк. Я есть ВКонтакте. Всем пока-пока. Я сказал пока-пока.